Вычеты по имущественным налогам теперь предоставляются без заявления граждан. Порядок применения вычетов по налогу на имущество физических лиц разъяснили для жителей округа специалисты межрайонной налоговой инспекции. При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости объектов, налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади. В отношении каждой квартиры частного жилого дома на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров. В отношении комнаты или квартиры на 10 квадратных метров. Это налоговые вычеты предоставляются автоматически. Применяются понижающие коэффициенты. За 2017 год этот понижающий коэффициент составляет 0,2%. То есть законодатель, введя изменения при исчислении налога на имущество, скажем так, ввел такой более льготный порядок для исчисления, чтобы налогоплательщик за 2017 год полную стоимость налога еще не уплачивал. Налоговые уведомления по имущественным налогам жителям Архангельской области и Ненецкого округа рассылают филиал Санкт-Петербургского учреждения. Поэтому налоговики призывают граждан не бояться получать такую корреспонденцию. Кроме того, если в документе адресат обнаружит ошибку, то на обратной стороне бланка необходимо заполнить форму и вернуть в территориальный налоговый орган для исправления. В первой графе указывается налоговый период 2017 год. Во второй графе у нас указывается способ, да, исчисления. То есть исчисление идет, указан коэффициент К, это кадастровая стоимость. Стоимость объекта уже у нас указана за минусом налогового вычета. То есть здесь кадастровая стоимость уже взята как налоговая база за минусом 20 квадратных метров. Далее. Период владения, доля в праве, то есть физическое лицо владеет полностью объектом. Далее, применяется понижающий коэффициент, о чем мы говорили ниже. Да? В данном случае за 2017 год понижающий коэффициент 20%. Дальше, период владения данным объектом 12 месяцев из 12. То есть физическое лицо полностью весь год владело данной недвижимостью. Последняя графа у нас указывается сумма исчисленного налога, то есть кадастровая стоимость умножается на ставку, применяется коэффициент, период владения и получается сумма к уплате. Кроме того, на интернет-сайте налоговой службы создана страница «Налоговое уведомление 2018». По мнению специалистов, она поможет гражданам быстрее разобраться в вопросе. Дополнительно для налогоплательщиков в территориальной инспекции 9 и 10 ноября будет организован день открытых дверей. 9 ноября инспекторы ждут горожан с 9 до 18 часов, а 10 с 10 до 15:00. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».